Всем привет! Вы на канале Орловец Лайф. Сегодня ровно год, как на основном канале Орловец вышло первое видео. Вот про этот дом. Все хотели узнать, как все начиналось. Вот канал Орловец начинался именно с этого дома. Вот такой вот домик. И в нем жила одна семья. В общем, и в одной из соцсетей я увидел пост, где жители этого дома просили о помощи, обращаясь к администрации. Тогда еще на канал было подписано ровно 0 человек. Ну, все равно вот решили попробовать. Попросил жену своего друга, она как раз работала репортером у нас на местном телевидении, чтобы она мне помогла. Снимали вот на такую камеру. В общем, и сняли ролик, выложили его во все возможные соцсети. Эту семью заметили, и буквально через 2 дня, наверное, мне написал парень, который здесь жил, сказал, что к ним приехала и администрация, и телевидение. И вот сейчас поговорил с местными жителями. Они сказали, что им дали квартиру где-то на микрорайоне. Так что все хорошо закончилось. Кать, спасибо тебе за то, что ты туда помогла. Помню, взяли камеру, начали снимать, приехали. И буквально только через 10 минут я заметил, что камера не снимает. Ну, все равно что-то получилось из этого. Кто не видел ролик, сейчас вы его увидите. Вот в таких домах у нас живут люди. Вообще жесть. Ну что, пошли в гости? Переливаем, чтоб нагреть. Ну, а да. Какого вообще года дом? 56-го или 55-го даже. 56-го. Ну, вы расскажите, во что он строился вообще, предположительно, на 8-10 лет? Он строился как временный барак на 8-10-11 лет. И сначала говорили, что здесь было 8 квартир. А потом сделали перегородки еще такие, он весь как он фанерный. И сделали 13 квартир. Вот теперь мы здесь живем, уже внуки выросли, внукам за 20 лет. И мы все здесь живем. Вот скажите, чтобы вам, допустим, просто посидеть телевизор, посмотреть, да, не двигаясь при движении, что вам надо на себя одеть, в какой одежде надо находиться? Ну, я вот здесь, когда смотрю, хочется, конечно, фильм посмотреть. Я просто вот без конца вот сюда подхожу, в спину погрею. Ну, а ноги вот у меня вот одни носки, вот вторые носки. И тапки меняю. Там вот одни греются, я одену, потом эти сниму. И носки также одни греются, другие надеваю. Невозможно. Ну, это только -5 сейчас на улице, а когда -20. Вот там же взгляд надует вообще вот оттуда, вот под окна. Ага. Дует невозможно. И руки мерзнут, и здесь надеты. Вот не разденешься, как в нормальной комнате. А вообще вот так общественный туалет предусмотрен здесь хотя бы такой вот? Был когда-то, когда здесь вот все дома были нормальные, он вроде бы нормальный был. Чистили вот так это. А теперь это уже лет 8. Дома стоит, но там лет 8 уже все, не убирает ничего, ни снег, да, не чистит. И ничего, туда, не конечно, никто и ничего, не ничего, у нас косит территорию. Я перестала попадает. Сейчас платить никто третий чистит, месяц. Плачу за газ, за свет плачу. А вот за вот эту из ЖЭУ квитанцию перестала платить. Там хоть немножко 300, но мне просто обидно. Там 2 ремонта. Текущий ремонт и еще один ремонт написан. Ну, нормально. Все. Ходила, ездила на Московскую. Он говорит, сносить. Ну это ж не капитальный. Я говорю, ну а какой? Не капитальный какого? Не делают. Что они делают? А что они тут делают? Тут десятки лет они ничего не делают. А теперь поподробнее расскажите, когда был последний суд, решение последнего суда. Площади они написали, такой нету у них сейчас, они написали. Они хотят, наверное, нам снова, наверное, 20 метров дать. Все, хватит. А мы просили, судились там, ну, помощник судей, там это, как называется, адвокату мы нанимали, адвоката. Ну, она у нас в суде не была, только вот так вот, ну, заплатили ей тоже деньги. Она написала, что 103 метра, ну, на нашу семью положено 7 человек. Это самое такое. Но если уж не так, то хотя бы 70.
7 метров. Ну, ни то, ни другое сказали, нет. Нет. Ну, пока даже и этого. И даже вот и двухкомнатный пока нет. А где сильнее всего капает? Капает, конечно, вот. Вот здесь вот, когда вот начнет сейчас, вот видите, вот оно уже отвалилось, вот уже дранка все. И там вот, там уже сидеть вот тут опасно. У меня уже внук сидел, говорит, нет, бабушка, там уже опасно сидеть. Обваливается все. И с той стороны также капает. Там уже прогнили балки, как доски. Здесь вот уже отваливается, и тут растаю. Только шаг отступила, плитка, вот она уже начинает вся такая. И она чуть не на голову не свалилась. Задвижка уже работает еле-еле, там кирпичи шатаются внутри. И боюсь, как бы она не перестала вообще у меня выдвигаться, тогда все с печкой. В 2008 году она писали в газете про наш дом. Вот. А теперь они снизу не живут? Трещобы. Теперь вот эту сторону потрогайте. Холодный газ. Они, ну какой-нибудь последний. Ну это, я плачу уже, они, как называется, платеж на телефон. Они мне присылают, сразу снимают. Привет. Привет. Не замерз? Нет. Сколько минут? Много. Носков. Носков трое, колготки еще. И все равно руки он холодные. Ага. Ну, холодно у нас тут. Там, когда встали. Позавчера сильный лед был прям на окошке. А тогда вообще замороженное было все. Встало вообще не было, когда в ноябре морозы были. Он все время стоит, потому что... На всякий случай, вдруг, когда ты идешь, и будет дождь, или что, и все это. А последние жильцы когда сюда вообще съехали, вот которые здесь еще кто жил? Год назад вот будет. То есть год вы вообще одна находитесь, по идее? По идее, это два почти. Никого почти здесь нет. Да, никого. А если, ну вот... Ой, если они вообще жуткие. Которые, они сами самовольно заселились? Они, да, машина они черная. Вы не вызываете полицию там? Если она есть? Полиция сама. Однажды ночью к нам почти уже с бабликом. Как вы тут живете? Так, а что это вы тут делаете? А, да, документы спрашивают. На вас жалуются. Тут дом не жилой. То есть они не верили, что даже... Да, да, что мы тут живем. Жильцы, говорит, это жалуются люди. Что свет горит в нежилом доме. А то, что вот нежилой, нет каких-то там мышей, вот какой-то они. Ой. Были! Были одно время. Тут ноябре, октябре это чуть, было. Чуть не съели. Это было страшно. Они, не было, мне, мыши, да. Они мне тут допекли до основания. Я даже спать боялась. Они просто выбегали посередине и садились, смотрели на меня. Когда хугенические процедуры, получается, все в тазике, все здесь, да? И есть же, дочка снимает квартиру, старшая, с сыном, которому уже, потому что они спали вот на диване вдвоем, до 16 лет. То есть такими вещами приходится уходить. Да, и вот и к ним ездим купаться раз в неделю. А так вот и летом там ванночка стоит, ванночки, тазик. А вот эта надпись на доме, это кто-то писал, это из прошлых жильцов или какие-то... Какая? Здесь, ну, там вот что-то, Клочков, обрати внимание. Тут... Это я писал. Да, помощи хоть как-то. Я писал, да, что для объявления эти я развлечения. Да, тут лазить. Вот эти, где запрещено, да? Сюда? Да, да. Потому что здесь же лазали жутко как. Сам распечатал. Это как бомжи, что ли, или что, или подростки? Нет, не подростки, алкаши все. Кто? Наркоманы, назвали где-то место. Да, тут, потому что дом пустой, по-моему, все уже об этом знают. Ну, а что в таком состоянии? Наш один вообще-то. Самый такой. Страшный наш такой. Ну, они да. Вот эти все, это все они родители, с... да? А, те с водой, с ваннами. А, это уже... И та сторона будет светиться. И они дома там теплее, там кирпичные дома. У нас дранка, у нас вон какой дом. С деревяшек, с фанерок сколоченный. Но он даже из этих вот, которые под снос, он самый это худший. Самый, да. Самый развалюшный.
И самое интересное, что, да, получается, все привлекалось со всех сторон, а со ничего нигде сторон. Не подействовало. Да, только. И Путину на горячую. И... Просто, да, сколько было аналогичных случаев, когда подключались федеральные телеканалы. Да, и что, ну вот если, с места, если да, только... Гордону, вот он вроде как-то мужская людям женщина. Помогает. Да? Он сейчас вот уже этот раз говорил тоже, он помог на Калинина 2, да, наши, да, да, вот да, он да. помог угу. этот. И он говорит, ну я, говорит, не, ну, всем, не Бог, не всесильный. Мне еще... кажется, там даже не так, как у вас. Вы вообще... Нет, вот здесь... вообще, вот они приехали к Гордону, он говорит, ну, Калинина ну, будем стараться. Ну, Калинина не было в таком состоянии. Вы здесь одни остались, да, Калинина, да, хотя да, бы там да. вот они массы хотя свои люди, могли да. бы там вот. А тут... А вот... Я ей говорю, администрация, я говорю, вы понимаете, на суде говорила, я говорю, одна семья. Дома, ну... даже страх. А спите вы как? В какой одежде? Что надо на себя одеть, чтобы спать? Сколько одеял? Али я в кредит купила, ну, в рассрочку постель. Брасочку. Ну, вот она, они Савичи не верят, ну, шо, да, а мне она ладно, спасает. Я вот ложусь, и сразу тут же тело нагревается. Сверху вот еще одеяло, ну, и в пижаме. Ну, а мы с маленьким, носочки, теплая пижамка, что, теплое одеяло синтепоновое, толстое, ну, вот. А так у меня же... Сейчас... А сколько ребенку лет? 5. Гипертония, поэтому у меня... А если он заболевает, как? Что, лекарства пьем? Просто... А что, а что еще кажется... делаешь? Ну, там лекарства ну, лежат. Нет, бывает, я иногда... Там, кто к подружке съездит. Вот он с вахты уже здесь устроился, уже подзаболел. Я иногда у своих сестер ночую. Я верующая в нашей сестер. А тут я не умею включать. Ты зачем это трогаешь? И меня они прямо... Покажите систему, как работает. Вот. Звонки. Это вот здесь вот стенка. И там моя стенка отапливается. Все. А там ничего не так. Я устаю. Тем более... И у меня ноги уже зажали. Вот, это немножко. А если вот так, по полдня? Я вот здесь газ вот вчера ему готовила, здесь борщ. Я ногами вот так вот уже и не знала, приплясывала. До того мне ноги вот прям вот отлетели. Балки вот эти, они же провисают. Они вот реально вот так вот провисают. Ну, прогнило, естественно, там все попрогнило. Они просто невозможно. Вот потолок просто вот так вот висит мешком уже. Ну, они признали аварийный мыцо, да? И они ну, и предложили все. Людям... Поехать. Они не пожелали. Это было не скоро. Это еле добились мы, когда еще тут это много мы бились, было. Да, добивались скоро. Это, что по аварийным признали. Комиссию сами деньги платили, собирали. Межведомственную. Да. Ну, тут вообще было дело. Ну вот они ну, а потом начали. О том, что на ой, вы не успели, ваш это... Не попал на 14-е, потом на 16-й, потом на 17-й. Даже если вот с момента, когда вы начали... Да, 8-й год уже. 8-й год уже. Да. Я не знаю, когда это закончится. Когда-нибудь закончится. Тут домашняя температура. Да, домашняя температура. Это еще вот потеплело. А если бы сейчас вот 20 было на улице? Ну да, сейчас 5 градусов. То бы здесь было страшно, конечно. А ну, как вот... прошлой зимой вы зимовали? Ой, и сапоги одевала я. И вот они приезжали, когда с канала. Вот они в прошлом году приезжали. Они вот здесь вот сидели, у них ноги поотмерзали. Руки поотмерзали. Девчонка, ну, я, говорит, заболею здесь. В одном доме мы живем, блин, страшно. Ну да, ночью тут вообще... И тут света нет, тут вон все раздоблено. И не починишь его, там что-то с проводкой уже. Все, потому что, да, время а уже... А за свет коридорный берут? Ага. Да, на свет за общее там осветление. А тут его даже, тут не то, что лампочки, тут и выключатель можно поставить, но там сама проводка почему-то не работает. Да, ящик там уже сгорел наш. Неизвестно, короче, не знаю. Спуститься вниз по темноте, а потом только свет включить. Ну да. Дверь закрывай, угол открывай. Thank you.
началось уже. Происходит давно, потому что только власти в 12 году признали его аварийным. Остальные лет десяток не живут, потому что у них где-то есть места, они живут там, а здесь просто что-то все. Она боится сама однажды. Так, а что это вы тут делаете? А, да, документы спрашивают. На вас жалуются, дом не живут. То есть они не верили, что там живут? Да, живут. Жильцы, это жалуются люди, что свет горит в нежилом доме. Привет. Привет. Не замерз? Как временный барак на 8, 10, 11 лет. Только до этого били, чтобы обратили внимание, что тут разруха. Так живем. Добивались, это что говорили.